Шаббат шалом, мир всем, субботний, Господний мир. Сегодня пятница вечер, и сегодня я зажег шаббатные свечи уже, время уже наступило. Как написано в Библии, и был вечер, и было утро, день там такой-то, такой-то, следующий день. И вот наступил седьмой день, и шаббат для верующих, суббота, день Господний, это особенный день, потому что, ну, как я сказал, это день Господний, во-первых. Они все дни Господние, и вся жизнь, она Господня, все сущее, оно Господне на самом деле. Он сотворил все, и когда мы отделяем один день в неделю для этого таинства, для того, чтобы быть с Господом, мы тем самым говорим и себе, и всему окружающему миру, что этот мир существует не просто так, не напрасно. Он был сотворен Богом. 6 дней Бог творил этот мир, 7-й день почил. И первый шаббат был проведен Всевышним Богом вместе с нашими прародителями, праматерью Евы и праотцом Адамом. Семья была, одна лишь семья была на планете Земля. И эти наши прародители встретили шаббат потрясающе, в присутствии всемогущего Бога. И, собственно, вся наша земная жизнь дальнейшая, все, если в библейском исчислении 5777 лет, это движение назад в рай, потерянный рай, возвращение потерянного рая. И благодарю Бога, что 2000 лет тому назад Мессия Иешуа, Христос Иисус, совершил чудо, чудо из чудес, возвратил нам потерянный рай. Да, это еще не в полном объеме, да, эта земля еще по-прежнему в проклятии, грехах, да, весь мир лежит во зле, да, и зло еще, казалось бы, торжествует, но величайшая победа уже совершена на Голгофском кресте. Господь Иисус Христос пролил свою драгоценную кровь за всех нас. Да, друзья, сегодня такой шаббат, сегодня такой грузинский шаббат. Здесь я купил грузинский хлеб, лаваши, ткемали, сацебели, значит, сыр сулугуни, здесь, значит, кабачков нажарил себе, значит, и черешню. Да, сегодня такой черешневый шаббат у меня будет. Вот. Благодарю Бога за все, за плоды земные. Господь благословил нас, и благодарю Бога, вот две свечи зажег, помни и охраняй, помни и соблюдай. Вот. И пусть Бог благословит нас во имя Христа Иисуса. Благословляю свою семью. Я сейчас в поездке, здесь я в Киеве, сейчас на Троещине. И благословляю свою семью, жену, Инна Сергеевна, детей благословляю, Анастасию, зятем Михаилом и сыном моим уже Антоном. Благословляю Николая, Серафима, Татьяну, Сережу, Инну во имя Господа Иисуса Христа. И благословляю всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь.